Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВ-Ин, в студии Павел Брысенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Снова трагедия на дороге. В страшной аварии на улице Магнитной в минувшую пятницу разбилась молодая семья. Фотоохота на людей. В Магнитогорске установили камеры, которые отслеживают организаторов несанкционированных свалок. Колеса Будды и Пиноккио. Традиционный стальной забег отличился эксклюзивными заданиями. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Узнать, услышать и понять друг друга. В санатории «Юбилейный», расположенном на берегу озера Банное, встретились представители металлургических, металлоторговых и металлообрабатывающих компаний, а также поставщиков оборудования для сервисных металлоцентров. Участие в конференции «Сервисные металлоцентры. Оборудование, технологии, рынок» принял и Магнитогорский металлургический комбинат. Встреча людей, объединенных общими интересами, проходила в течение двух дней, 14 и 15 сентября. Пандемийные ограничения сказались на сроках, участники рынка потребителей, переработчиков и продавцов металлопродукции могли встретиться раньше. Но и сейчас организаторы предложили два формата – офлайн и онлайн. Так или иначе, в 11-й международной конференции «Сервисные металлоцентры. Оборудование, технологии, рынок» приняли участие 90 специалистов. Основная задача – это, конечно, привлечение клиентов, расширение клиентской базы и увеличение продажи объемов на целевые аудитории. Вот такой прямой контакт, который позволяет нам чувствовать клиента и, в общем-то, все вопросы, которые у него возникают, решать в прямом контакте. Как представитель принимающей стороны, Сергей Ушаков приветствовал участников конференции и предложил их вниманию доклад на тему «Новая нормальность на рынке металлов. Возможности для развития. Расширение взаимодействия ММК с переработчиками металлопродукции в текущем периоде». Обозначил в своем выступлении Сергей Николаевич и приоритеты в работе торгового дома Магнитогорского металлургического комбината. Приоритеты, они, собственно говоря, какие у нас? Приоритет – это то, чтобы торговый дом у нас мог работать на уровне, как работают федеральные трейдера. То есть на самом деле все клиенты, которые не могут покупать там, грубо говоря, монтажные партии и так далее, они могли обращаться, ну или к тем, кто ему нужны там сборные партии. Это, собственно, такое оказание сервиса не уходило к трейдерным компаниям федерального типа, а уходило на наш торговый дом. Организаторами мероприятия традиционно выступает информационно-издательская служба металлоснабжения и сбыт. Генеральный директор компании Александр Романов выступил в качестве ведущего конференции. Он же много лет является президентом Российского союза поставщиков металлопродукции. Где-то с конца 90-х годов мы периодически проводим мероприятия вот в Магнитогорске, здесь в Юбилейном, вот, и, соответственно, и совмещенное иногда бывает там в феврале, в марте с горнолыжной тематикой. Вот, поэтому многие участники российского рынка металлов хорошо знают Магнитогорск и Магнитогорский металлургический комбинат, и ММК «Метис», и другие компании, которые здесь работают. Подробнее о конференции «Сервисные металлоцентры. Оборудование, технологии, рынок» расскажем в программе ТВ ММК. Андрей Рыжков, Александр Баргунов, телекомпания ТВ-Ин. Продолжаем программу. Гордость родителей и учителей. Девятиклассник Никита Ягубкин стал одним из лауреатов премии Законодательного собрания Челябинской области. Награду в столь юном возрасте школьник получил за особые успехи в спорте, учебе и творчестве. Их Никита добился, несмотря на свою особенность. Молодой человек инвалид по слуху. О целеустремленном Никите Ягубкине наш следующий сюжет. Примерно так же ловко Никита Ягубкин одного за другим уложил на лопатки соперников на недавнем первенстве России по дзюдо среди слабослышащих. И в итоге стал победителем соревнований. Синее кимоно парень впервые надел в 8-летнем возрасте и поначалу посещал занятия с неохотой. Я в детстве мечтал быть хоккеистом, но мои родители не пускали, потому что нарушение слуха у меня появилось. Поэтому родители долго думали, что можешь все так в гимнастику попасть, что-то и так далее. Но папа, мой папа сказал, что выбрал это дзюдо.
В школе-интернате номер 3, где учится Никита, тренировки под дзюдо каждый день. Спорт подарил юноше много друзей и, конечно же, научил быть сильным и целеустремленным. Тренер Юлия Молодцова прекрасно знает, как найти общий язык со слабослышащими воспитанниками, потому как сама может общаться только жестами. Никита очень талантливый парень, у него большая перспектива. Так как ему скоро исполняется 18 лет, он переходит в новую возрастную группу и может участвовать в чемпионате России. Но для этого ему нужно как можно больше тренироваться, чтобы была хорошая физическая подготовка. И тогда он в ближайшее время получит золотую медаль. Достижениями Никиты восхищается не только тренер по спорту, но и педагоги 3-й школы-интерната. В его четвертных и годовых оценках всего 1 четверка, по химии остальные 5-ки. Он очень вежливый, он очень с уважением относится ко взрослым. И с ребятами у него всегда со всеми контакт. Я не знаю ни одного ребенка, с кем бы Никита конфликтовал. То есть это очень коммуникабельный, растет человек. Стремление к общению делает Никиту активным участником жизни школы-интерната номер 3. В местной телестудии он телеоператор, при подготовке праздников и концертов – артист. Клоунада и жестовая песня – еще одно большое увлечение Никиты Ягубкина. А выступления на сцене не раз приносили слабослышащему парню не только аплодисменты, но и награды. Эти деревянные подмостки и веселый скоморошный мир обожали нищие подростки. И у каждого ребенка свой кумир. Когда мне нравится, когда люди радуются меня счастливыми улыбками. Впереди у Никиты особенно насыщенный год. Он перешел в выпускной класс, весной будет сдавать ОГЭ. Молодой человек решил получить профессию программиста. В его планах поступить на бюджетное отделение колледжа и учиться там вместе с обычными ребятами. Но при этом лучше, чем они. Потому что большинство сверстников Никиты Ягубкина не умеют преодолевать трудности и стремиться к своей цели так, как умеет этот слабослышащий юноша. Я хочу, чтобы был сильным городом, знаменитым, и хочу попасть в Олимпиаду по дзюдо. Хочу получить золотую медаль. Елена Тимофеева, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Нарушители не пройдут. В Магнитогорске фотоловушки отслеживают людей, устраивающих несанкционированные свалки. Специалисты управления охраны окружающей среды и экологического контроля в начале лета установили гаджеты на самых проблемных городских участках. Сейчас они готовы подвести предварительные итоги уникального экологического проекта. Евгения Салахутдинова продолжит тему. Обычно такие гаджеты используют для скрытого наблюдения за животными в лесу, но с недавних пор они отслеживают нарушителей экологического порядка. Фотоловушки помогают специалистам охраны окружающей среды и экологического контроля выявить и наказать недобропорядочных граждан, которые устраивают на территории города несанкционированные свалки. Принцип действия. Вот датчик движения, значит, вот здесь вот камеру. Обзор у него довольно-таки большой, широкий круг обзора. Когда мы провели все настройки, время, чувствительность и так далее, мы уже переводим в режим «он», закрываем и ставим в то место, где, скажем так, будет ее незаметно. Все, она работает. Сейчас вот будет вас фиксировать. Фотоловушки закамуфлированы под природную среду. Заметить их будет непросто, а вот от всевидящего ока гаджета не скроется никто. Приборы оснащены датчиками движения, и как только в их поле зрения появляется нарушитель, они начинают фотоохоту. Всю информацию в режиме онлайн умные приборы передают специалистам. Что важно, технические возможности позволяют вести съемку и в темное время суток. Разглядеть на снимках номера и марки машины, даже лица нарушителей, не составляет труда. За время реализации на территории города уникального проекта под прицелами камер уже оказались 25 нарушителей. Один из них был пойман с поличным в конце прошлой недели. Машина с мусором, вот она. Машина вот без мусора. Без мусора уже выезжает. То есть это буквально 30 секунд, там 50, и вот он быстро так разгрузился. Все запечатлено. Сейчас личность данная его установлена. Он проживает не в городе Магнитогорске, проживает в ближайшем поселке.
Наводить в городе порядок помогают и добросовестные горожане, которые фиксируют факты экологического вандализма и сообщают об этом специалистам. Светлана Домрачева – одна из самых активных экозащитников поселка Димитрово. Она регулярно вместе с единомышленниками устраивает субботники на территории Магнитогорска и за его пределами. Девушка уверена, самое главное – навести порядок в головах людей. Тогда и на улицах станет чище. С мусора очень много, да. Его очень много в каждых кустах, в каждом лесочках, за поселком, то есть на горах, на дороге прям. Люди просто едут и выкидывают. То есть несмотря на то, что поселок у нас оснащен контейнерами, я думаю, считаю, что в более чем достаточном количестве. Пытаемся разговаривать, мы объясняем, что ту же траву нельзя выкидывать, допустим, в баки. Но люди всегда ищут, привыкли искать виноватых, что у нас не вывозят, у нас нет оборудованных площадок под это. Хотя на самом деле это неправда, все есть. Если слова на нарушителей действуют мало, то штрафные санкции, как правило, имеют мгновенный и долгосрочный эффект. Специалисты напоминают горожанам, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды влечет за собой наложение штрафов в размере до 5000 рублей для физических лиц и до 100 для юридических. Евгения Салхудинова, Денис Иванов, телекомпания ТВН. Многие горожане, выбирая между квартирой и домом, отдают предпочтение последнему. Ценители загородной жизни знают, насколько важно обеспечить свой дом всеми благами цивилизации, чтобы чувствовать максимальный комфорт. Компания «Интерсвязь» предлагает подключение к интернету и кабельному телевидению в частном секторе Магнитогорска и ближайших территорий. Также у оператора связи действует акция «Бесплатное подключение в поселках». Подробности далее. Для комфортной жизни вдали от города важно всегда оставаться на связи, следить за последними новостями, совершать онлайн-покупки, а также работать и обучаться. 11-классник Бабаджан Багян живет в загородном поселке. В следующем году молодой человек оканчивает школу, и интернет ему просто необходим – стабильный и высокоскоростной. Тебе постоянно нужно следить за уроками. Сейчас же многие, даже дневник-ресурсы, они онлайн, могут быть в сети чаще всего. Поэтому тебе необходимо иметь интернет всегда быстрый, чтобы суметь вовремя зайти в него и посмотреть необходимый материал. Для старшеклассника выбор очевиден. Его он вместе с семьей делает в пользу компании «Интерсвязь». Я очень долго ждал, когда «Интерсвязь» в наш поселок придет, потому что очень быстрый интернет, очень качественный. Я могу как скачать очень быстро, так и зайти на какой-то сайт и быстро провести свою работу. То есть не будет у меня такого, что из-за непогоды случатся неполадки, я не смогу вовремя сделать домашнее задание или еще что-то, посмотреть фильм даже вечером. Поэтому я очень рад, очень доволен, что он меня не подводит. Благодаря компании «Интерсвязь» в распоряжении жителей частного сектора высокоскоростной интернет и более 200 цифровых каналов, включая местные эфиры. Благодаря современным технологиям и новому оборудованию интернет уже провели в частные дома в Агаповке, Нежном, в поселке Поля Рошения и других. Подключение частного сектора сейчас является для нас приоритетной задачей. Также для абонентов компании «Интерсвязь» разработан новый уникальный тариф «Нон-стоп». Он позволяет развить максимальную скорость, которую только может достичь ваше оборудование и сама технология ПОН. Уже сейчас этот тариф пользуется огромной популярностью среди абонентов. Кроме того, компания «Интерсвязь» продлевает акцию «Бесплатное подключение в частном секторе» до конца сентября. Узнать, жители каких поселков могут воспользоваться выгодным предложением и подать заявку, можно, позвонив по номеру телефона 39 69 00 или на официальном сайте организации. Ольга Сухоплюева, Владислав Гусев, телекомпания ТВН. Другим темам. Они спешили оказать медицинскую помощь младшему ребенку. В страшной аварии на улице Магнитной в минувшую пятницу разбилась молодая семья. После столкновения с большегрузом «Донг Фенг» водители и пассажиры автомобиля Volkswagen Polo оказались буквально вдавлены в грузовик. Выжить в происшествии удалось лишь 15-летней девочке, которая сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации. Более подробно о произошедшем в нашем сюжете.
Они очень любили жизнь, строили планы на будущее и совсем недавно радовались приобретенному новому авто. Для молодой семьи эта машина была необходимостью. Двое детей, школы, кружки, секции, работа. Должна была она выручить и в тот страшный день. У младшего сына Егора случился приступ бронхиальной астмы. Глава семейства, бросив все дела, помчался домой. Однако до него семья так и не доехала. Страшные кадры с места ДТП вмиг облетели все социальные сети. Очевидцы рассказывают, все произошло в какие-то доли секунды. Сегодня в 17:15 на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Магнитной произошло столкновение автомобилей Dongfeng и Volkswagen Polo, после чего произошло возгорание автомобиля. В момент ДТП в автомобиле Volkswagen Polo находились 4 человека. Шансов выжить в страшном ДТП у находившихся в легковом автомобиле практически не было. Volkswagen буквально оказался вмят в грузовик. В результате аварии его водитель и пассажир, женщина 36 лет, погибли на месте. Их сын, 8-летний мальчик, скончался в машине скорой помощи. Третий пассажир, девочка 15 лет, получила тяжелейшие травмы. Она была доставлена в Центр охраны материнства и детства. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Она в сознании, однако пока о случившемся ей никто не рассказывает. Она не знает, что была авария, она не знает, что у нее нет родителей и брата. Она не помнит даже этого. Которые люди вытащили детей. Это тоже я пытаюсь с кем-то связаться. Найти. Вот это, пожалуйста, прям пропишите, что вот кто вытащил именно. Кто вытаскивал Ленку, пока не возгорелась машина. Я вообще благодарна прям им всем. Благодарна медикам. Всем. Очень благодарны родственники и всем горожанам, которые оказали посильную поддержку, которые в тяжелую минуту оказались готовыми прийти на помощь. Сейчас женщина оформляет все необходимые документы для того, чтобы удочерить выжившую девочку, которая в одну секунду потеряла всех своих самых близких и родных людей. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум и более лицам. Кто прав, а кто виноват в случившемся, предстоит разобраться следствию, однако родным погибших это уже не так важно. Вместе с автомобилем, влетевшим в большегруз, в прошлую пятницу разбились мечты и планы молодой и счастливой семьи. Евгения Салахутдинова, Денис Иванов, телекомпания ТВН. О новостях спорта через несколько секунд. Показать недюжинную скорость и выносливость на старт в традиционном стальном забеге заявились 90 человек. Хотя мероприятие носило тренировочный характер, борьба за лидерство между командами разгорелась жаркая. Сдавать своих позиций не хотел никто. Подробности в сюжете Дины Наумовой. Старт в третьем стальном забеге заявились 90 человек, которые представляли 19 команд. От 18+, то есть это вновь прибывшие работники на ММК, ну и, соответственно, все, кто до этого уже принимал участие, не знаю, ну до 40, до 50 лет, наверное, есть участники реально. Они показывают свой стальной характер, показывают свою мощь, силу. Некоторые команды еще до начала соревнований удивили судей своими названиями. Названий много оригинальных, но вот одно, я не знаю, можно даже в камеру показать. Одно название, я даже не знаю, какого. Это, видимо, уть как-то, уить. Я постараюсь узнать, но вот на этом этапе очень смешно. Очень оригинально. Мероприятие носило тренировочный характер, целью которого было разнообразить выходные активных магнитогорцев и вернуть их после пандемии к трейлам с препятствиями. Примерно понимаем, что будет на трассе. Так что мы готовились. Думаю, займем хорошее место сегодня. За плечами Константина 4 гонки героев. В стальном забеге парень-новичок. Решение участвовать в нем принял спонтанно, но со всей ответственностью. Мне 9:30 вечера написали знакомые. У них завалил один из участников и предложили мне их поддержать, пробежать.
Командам участников предстояло на время пройти трассу по пересеченной местности протяженностью в 10 километров, на которой их ждали разные испытания. По всей стране очень много проходит трасс с препятствиями, вот этих гонок. Ну вот оттуда возьмем, оттуда все самое лучшее. Сборная соляночка. Да. Есть в этой сборной солянке идеи сооружения препятствий на трассе и доля магнитогорского эксклюзива. Один из этапов стального забега организаторы назвали «Колеса Будды». Это колеса здоровые, надо их определенным образом переложить. Вот такой. А почему колеса Будды? Потому что в буддийских монастырях монахи перекладывают именно вот таким образом вот эти вот пирамиды свои. Перепрыгнуть стенку высотой в 2 метра, преодолеть воздушную переправу, увернуться от маятника – это далеко не полный перечень испытаний, с которыми столкнулись участники стального забега. Вот этот этап, к примеру, носит кодовое название «Пиноккио». При его прохождении нельзя касаться земли, иначе команде придется выполнять штрафные упражнения. Аллу подожди. И последнюю сразу, Аллу. Сейчас? Да. Главным условием стального забега было не растерять членов своей команды во время прохождения трассы. Финиш засчитывался только всем вместе. Тут человек весь задействован, и руки, и ноги, и характер надо проявить там, и помочь. Это же командный вид спорта у нас, помочь, подтолкнуть. Прыгать. Да. Давай. Пошел, давай. По итогу стальным забегом остались довольны и организаторы, и участники. К слову сказать, многие из членов команд познакомились друг с другом лишь в день соревнований. И после прохождения 21 испытания плечом к плечу у них не осталось шансов не стать друзьями. Дина Наумова, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Рев моторов и крутые виражи. В Магнитогорске состоялся турнир по картингу на кубок первичной профсоюзной организации ПАО ММК. На старт вышло более 60 команд. Кто оказался быстрее остальных, на финальных заездах побывала наша съемочная группа. Главное требование к вам – не вставать из машинки до самого финиша. Если на трассе какая-то проблема возникает, сидя поднимаете руку, ждете инструктора. Он подъедет, заведет, вытолкает, пересадит другой аппарат. Перед гонкой пилоты проходят водный инструктаж, а после заводят карты и стартуют друг за другом по 5 человек. Крутые повороты, змейки, на их преодоление команде отводят 5 минут. За это время каждый участник проезжает по несколько кругов. Лучший идет в зачет. Заезд очень был интересный, трасса напряженная. Участвую в соревнованиях каждый год, очень нравится. Хорошее мероприятие проводит. Кубок первичной профсоюзной организации проводится на протяжении 4 лет. Все это время соревнования были зимними. Ситуация с пандемией внесла свои коррективы в планы организаторов. В этом году турнир решили проводить в первые дни осени. Вступить в гонку пожелали 66 команд, представители группы ММК и городских организаций. Из них 30 женских. В финал вышли 10 мужских сборных и 8 женских. У нас было 4 дня мужских заездов и 2 дня женских. Ограничения мы поставили, по 20 минут выделили на каждую команду. И где-то, мужчины соревновались с 5 вечера до 8. Мы все это провели со всеми рекомендациями, все справились, как бы все организовано. И ребятам спасибо за понимание. Все команды приходили четко по времени. И вот нам как бы это очень сыграло на роли организованность ребят. По итогам соревнования определилась тройка победителей. Третье место заняла команда УГ-2, второе – УГ-1. Быстрее всех оказались участники команды прокатного производства. Они занимают почетное первое место. Результат ожидаем. В картинге мы, наверное, участвуем с года 2014-го. Уже не раз брали эти кубки, занимали места. В свое время даже участвовали за другие цеха, когда там просили, когда людей не хватало, и тоже занимали призовые места. То бишь это было ожидаемо. Сразу после мужчин состоялись финальные заезды среди женщин. Лучший результат показала команда «Шлагсервис». Второе и третье места разделили ЖДТ и теплофикация. Ольга Сухоплюева, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdefisin.ru. Всего доброго и до встречи!